Hello, guys! Всем привет! Сегодня мы будем играть. Надеюсь, что пройдем Том и Джерри. Это игра на Денди. Очередная. Которую, в принципе, я, наверное, мог бы пройти при более-менее прямых руках. Будем пытаться. То есть мы пытаемся спасти Таффи от Тома. Том и Джерри — это достаточно годный платформер. Я рекомендую его. И не то чтобы он сильно сложный уж. Ну, ё-моё. Тут можно собирать сыр и некоторые другие плюшки. Сыр, правда, не плюшка, но вы поняли, да? Еще тут с высоты нельзя падать высокой. И мухи тебя не дамажат, они просто пытаются тебя столкнуть. Большой сыр восстанавливает ХП. Благо, оно у меня полное. О. Я, правда, не очень хорошо знаю, куда идти, но я думаю, что мы на правильном пути. О, это секрет. Их сложно увидеть на бэкграунде. Возможно, это нам что-то даст. Ах ты ж дым вонючий. Ну, это, наверное, единственная хорошая игра с Том и Джерри, которую я видел. Мы недавно пробовали лол битвы мап Том и Джерри, где на Game Boy Advance, что ли. Такой отстой вообще просто. Паук ниндзя. Сырок, отлично. Тут уровни несколько запутанные порой. Первый я вообще не знаю, как в нем ориентироваться. Главное — бежать вправо. Потом, может быть, влево. Конфетку взяли. Я, правда, не очень помню, что именно она дает. Ух, вонючий. Молоток взяли. Не можно вот так фигачить. На самом деле, достаточно много оружия. Но надо ли оно? Нет, это мне не нужно использовать было. Я просто не помню, что именно что делает. Конфетка позволяет вылететь куда-нибудь. В каком-то месте, кажется, она даже нужна. Давай, умирай, паук. А, да нафиг он не срался. Да, я, кажется, в правильном направлении двигаюсь. Я с детства я вообще не запомнил ничего из этой игры. Ну, точнее... Ну, я очень плохо знаю эту игру.
Можно попробовать сюда взлететь. Ты муха вонючая. Могли там, может, еще что-нибудь собрать, но кажется, один кусочек сыра этого не стоит. Потраченные конфеты. Еще я не знаю, что именно приезжает в следующий левел, что нет. Да, тут ничего нет. Нам по низу все равно идти. Интересно, нам жизнь дадут? Дошли до конца экрана. Теперь нам нужно... Так, а тут что? Похоже, ничего полезного. Ты паук. Да. Недолго осталось на этом уровне. Мы почти пришли. Главное не падать еще с высоты. Да, одно сердечко тратит. Ну и чё, сколько вы нам чего дадите? Ничего. Ничего. Этот уровень вроде не сильно сложный. И он более-менее внятный. Понятно, что делать. Тут, в общем-то, смысл наверх дотопать. Неуязвимость. Еще неуязвимость. Еще неуязвимость. Блин. Так, наверное, нам все-таки вправо, а не вниз. А там что-то есть, по-моему. А конфет больше нет. Или мне их отняли, или я все потратил. Ой-хи-хи-хи. Если у меня была конфета. Но, в принципе, мы и так затащили. Я вот, кстати, с секретами очень плохо ориентируюсь в этой игре. Может быть, тут мы пропустили какой-нибудь из них. О-оу. Чё-то я лошара вообще. Отлично. Всего-то нужно было на ту платформу прыгнуть, там он толком ничего сделать не может. Так, тут большой прыжок, и эта муха летает все время вонючая здесь. Тараканы на кухне, отвратительно.
Кто следит за хозяйством? Музыка здесь такая динамичная. Но не всегда. Дубастик. Это типа... Оу. Хотел сказать, что слева соль, а справа перец. Ну и... потратился. Блин, отличное приземление, Джерри. Тут муха летает. Как она ходит? Так, ладно, так и не прыгай. Но сырок мне бы пригодился. Есть тут вообще что-нибудь полезное на этом окне? Или это что? Или это просто дверца? Похоже, что нет. Хотя вот тут может быть что-то. Я взял новое оружие. Это, в принципе... примерно как та фигня с прошлого левела. О, сыр. Ауч, я не могу спрыгивать отсюда. Ладно. Еще сырок маленький. Есть вообще смысл собирать эти сыры? Только что на небе, ну, в смысле, в воздухе застрял. Интересно. Спички. Фу. Ага, тут муха просто вагон. Валим отсюда. Оу. Что ж я не разбился? Думал, сейчас мне хп снимут. Походу, мягкие полы. А. Вечно забываю, что... что сюда можно запрыгивать. Ну ладно. Лагает уже. Такого количества мух всяких летающих. Отличное приземление. По летающим будет, по-моему. Примерно как в ЧПДЛ. Ну вот. А, бежим. Не добежали. Не могу отсюда сюда запрыгнуть. Окей, не могу. Ну, секрет должен был где-то быть. Мы явно столько всего пропустили тут. Тут я помню, где секрет, кажется. Наверное, единственный уровень, где я помню, где секрет.
Кажется, эти штуки от листьев только сталкивают, урон не наносят. Ага, там палка очередная какая-то. Наверное, я могу туда запрыгнуть отсюда. Ну да, вот еще одно бесполезное оружие. Ё-моё! Откуда второй взялся? М-да. Играю я просто прекрасно себе. Так, он подойдет сюда? Наверное, что-нибудь полезное есть? Да, сырок. Очень хорошо. За 50 тысяч очков, что ли, жизнь дают? Только я набрал и успел умереть практически сразу. Да, наверное, не стоило так пытаться уклониться. Вон вверху секретик. Бонус уровень, точнее. Не то чтобы это для кого-то было большим секретом, наверное. А-а-а. Ну, может, там похилюсь. По-моему, там есть хилка. Ну да, вон вижу кусок сыра. Бол, опять он не работает, что ли? Что за дерьмо? Почему его надо все время включать? Секунду. Чинил. Только теперь у меня звук пропал у Тома и Джерри. Блин, я сыр не взял. Отвратительно без звука играть. Ну зато хоть у вас он есть. Надеюсь. Это моя проблема с оборудованием. Я не знаю, чья именно. Карта захвата. Или монитора. Или того и другого. Вот. Я не слышу сейчас звука игры. К сожалению. Печально, конечно. Где? Тут сейчас такая музыка. Да, теперь мне лучше стало. Теперь я знаю, что происходит. Тома нагнули. Ч
очередной раз. Ну, я типа могу починить только если я ресетну игру. Или если бы у меня сейвы были включены, то я мог бы тоже починить. Но у меня сейвы выключены. То есть я не могу сейчас сделать абсолютно ничего. Только починить звук. Ну, и ладно, буду в тишине играть. Ну, я примерно представляю, какие звуки он издает в какой момент времени. Музыку, правда, я не всегда помню. Орех вонючий. Возможно, у меня не получится сегодня пройти. Я не помню, когда последний раз я проходил Том и Джерри. Я помню, что это было. Но стародавние какие-то времена, похоже. Должен же я знать уже, как этот желудь или орех себя ведет. У меня последний хп. Отлично. С неба свалился на ногу. Я сегодня немного изучал вопрос про PlayStation Store, где лучше покупать игры, и обновлял свой виш-лист из того, что я хотел бы купить на PlayStation. Узнал, что в американском сторе многое дешевле, чем в российском для нас. То есть выгоднее в американском PS Store покупать игры в большинстве случаев, за редкими исключениями. Ах ты ж собака. Так, закидали. Потому что, ну, у моего коллеги было подозрение, что у нас типа с Европы пересчитывают. Обычно, типа, игры в долларах равны по цене играм в евро. Ну, точнее, типа, в Америке игра стоит 50 баксов, и в Европе игра стоит не 50 баксов, но 50 евро. То есть, вроде как, курс доллара не равен курсу евро, поэтому цена получается выше у нас. За счет 50 евро, потому что больше, чем 50 долларов, как ни крути. Вот. Но почему-то не для всех игр это актуально. В некоторых в российском сторе почему-то просто кардинально дороже игра стоит. Типа на 1000 там. Есть Persona 5. Который чуть ли не самый дорогой там сборник считается. Вот у нее типа в российском сторе дешевле получается. Ну как бы там такие ценники, что не знаю, как вообще без скидок это можно купить. Там что-то типа там
5500, что ли, в российском сторе. В американском там 115 баксов, кажись. А чем я зарабатываю? Ну, я в нашем сленге фронтендер. А по-русски, наверное, веб-разработчик. Вот, поэтому... Так, я не помню, где здесь лучше пройти. Да, там сырок был, но не важно. Ну, грубо говоря, сайты делаю. Так, вот я не знаю, куда идти. Пушится недолго. По-моему, где-то плевок должен быть. Но работорговля это выгодно, я считаю. Должно быть, по крайней мере. Ни разу не пробовал. Наверное, уже не попробую. Да и не то, чтобы сильно хотелось. Тут секрет, нет? Да, нет. А, нет, вот тут как раз кружка, чтобы плевать нормально. Или нет? Да. О, теперь они заплёвываются. Так, а еще что интересного я изучил? Разница между сторами. Мне кажется, я могу здесь просто пройти. Надо бы вспомнить. Ну, во-первых, в американском сторе на 1000 игр больше, чем в российском. Это типа, кажется, сильно больше. Вот. И некоторых игр, которые я хотел, их просто нет в российском сторе. Не знаю, почему там с лицензиями, наверное, еще какой-нибудь фигней. Проблемы. Так, и что, мы пройдем, не пройдем? Я не помню, сколько здесь уровней. Ай! Черт, скопытился. Да, неплохое совпадение. Блин, я вот пытаюсь его зергать больше. И поэтому туплю. Повернись вправо уже, Джерри. Чё ты не реагируешь? А я его успел убить? Кажется, это дабл кейл был. Печально. Ну, раз я просрал, я могу хотя бы звук починить. Надо постараться не забывать проверять чат Гудгейма, переподключать. Вот, типа сейчас я зайду в Super C, и у меня появится звук на мониторе. Вот, он появился. Теперь я могу играть снова в Том и Джерри. Только теперь намного лучше, конечно же. Не так плохо, как я сейчас играл. И с музыкой.
помирать так с музыкой. Дабл. Я не знаю, как я до этого дошел. У меня просто все хорошо работало, а потом однажды у меня пропал звук. Я чудом его нашел. Он причем пропадает он только на денде. На других консолях такого не происходит. И если я карту захвата не использую, он тоже не пропадает. А это работает только с суперконтрой? Нет, по-моему, там, я не знаю, от чего зависит, но это работает с какими-то разными играми. Типа, от одних может разглючить, других не может. В общем-то, я не понимаю, от чего это зависит. Возможно, от специальных звуков каких-нибудь. Ну, выглядит как будто, что где-то подавляется шум из-за слишком тихого звука. Но это все не точно. Да, я просто как-то случайно ее обнаружил, что она позволяет мне нормально восстанавливать звук. И запомнил это. Я просто один раз это все сломалось, я так долго, короче, ковырялся. Я там все переустанавливал, короче, все эти драйверы и все такое. И ничего не помогало. А потом я включил другую консоль, и там звук нормально работает, черт побери. И потом каким-то образом у меня и здесь развисся. Но только при определенных обстоятельствах. В общем, все сложно. Давай, комок меха, умирай уж. Да, с толкача завожу. Ну, вообще, много проблем. Чем больше... Апс. Чем больше всяких девайсов у тебя подключено в цепочку, тем больше проблем может возникнуть. У меня схема периодически бывает сложноватая. Блин, тут можно было просто прыгнуть. Ну, то есть, сейчас, грубо говоря, это все достаточно просто. Сейчас у меня просто Денди подключено через карту захвата к моему монитору. И все. Но у меня есть, типа, такая шляпа, как HDMI... нет, не сплиттер, а как он называется-то? Что-то забыл. HDMI Switch, наверное, это называется. Но суть такая, что в нее втыкаешь много HDMI проводов, а на выходе один. Вот, и его типа... И этот HDMI Switch, он определяет, на каком проводе есть сигнал, и включает его. Ну, то есть, короче, он сам переключает сигналы между разными консолями, которые у меня в него воткнуты. Потому что не хотел каждый раз перетыкать там все. Вот. Но периодически он почему-то не распознает, что есть какой-то сигнал, и ничего не делает. Ты просто втыкаешь, а он типа не определяет, и ты тыкаешь ручками, чтобы он определил, он все равно не определяет. В общем, это иногда печально выглядит. Вот. А если я стримлю с другой консольки какой-нибудь... Ах ты ж собака. Какой-нибудь Sega или еще чего-нибудь такого. Там у меня сложнее сетап, потому что у меня есть... как это... Конвертер. Конвертер, который аналоговый сигнал в цифровой преобразует. Ну, то есть на входе в него втыкается, например, композитный кабель или SCART кабель. SCART типа RGB сигнал передает, и он типа один из лучших сигналов от консоли делает, поэтому я везде стараюсь RGB, чтобы был сигнал.
Вот. Ах ты дерьмо. Так, я не хочу умирать. Тупому вообще. Вот. И после этого из конвертера идет HDMI. Он втыкался в HDMI Switch. HDMI Switch втыкался уже в карту захвата. А карта захвата втыкается. Да ёп. В монитор. В общем, все сложно. Ну и короче, постепенно постоянно там какой-нибудь из этих шляп глючило. Сейчас я просто ограничился минимумом и как-то живу. Пробовал ли я в него дуть? Нет, я только в картридже дую, и то не часто. Я просто упоротый по качеству и стараюсь все круто сделать, чтобы работало максимально красиво. Вот, и это всякие проблемы вызывает периодически. Повозиться нужно побольше. Вот. Ну, в принципе, с консолями, которые цифровой сигнал передают, у них меньше проблем. И можно кое-как ими пользоваться. Ну, потому что сигнал конвертировать не надо. Сейчас летаем туда. На раках жизни набивают. А есть смысл жизни набивать? Мне кажется, нам просто нужно чуть лучше играть, чем в прошлый раз. И мы протащим. Да чтоб тебя! В него 3 раза кинул. Блин! Я на этих раках не набиваю жизни, а наоборот. Они набивают на мне жизни, походу. Я просто... Я просто умру лишний раз и пройду еще лишний раз. Они будут там 10 часов там с них жизни набивать. Гринд это не очень интересно иногда. Не припомню, в какие гриндилки я вообще играл. Я даже JRPG-то я не знаю ни одного, в который я проходил. Хотя Child of Light это же JRPG. Наверное, это единственный JRPG, который я проходил. В них часто гриндить надо много. Давайте спустимся сюда. Кажется, в прошлый раз мы сюда не ходили. Или нет, ходили. Ну что, справа? Сырок. Нормально. Да, то есть мы и сюда ходили все-таки. Да блин, я... В прошлый раз на этого жука наткнулся, сейчас наткнулся. У меня, кстати, конфета есть одна. Только я не знаю, стоит ли ее хоть где-то тут использовать. Возможно, позже. Ду-ду-ду-ду-ду.
А еще я сегодня, короче, смотрел, какие игры в разных сериях игр есть, и изучал, какие из них я могу уже играть, а какие еще не могу. Вот. Я изучил несколько франчайзов. Какие сейчас я вспомню. О, нормально. А, блин, нафига сюда запрыгнул, черт. Ну ладно, не страшно, тут недалеко бежать. А, я изучил Metroid. Metroid у меня есть практически все. Мне нужно просто дождаться, когда мне 3DS приедет. Вот. Потом я изучил Castlevania. Там очень много игр. И у меня многих не получится достать. Вот. Но все равно у меня очень много их есть уже. Потом я поизучал Марио платформеры. С Марио платформерами у меня все, в принципе, в порядке, я думаю. У меня только осталось тоже 3DS дождаться, и все будет. Вот. А, это если считать 2D-платформеры. Если 3D-платформеры, то, возможно, у меня Super Mario Sunshine не получится пока запустить, не знаю. Потому что я со своим GameCube не очень хорошо дружу пока. Я его только для Game Boy игр в первую очередь брал. Ну, в смысле, не просто Game Boy. Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Тут мы будем аккуратнее играть, правда же? Скажите, Алексей, вы будете здесь аккуратнее играть? Ну, вроде пытаюсь. Блин, орех. Помешал. Вот. А из Костливани... Да ё-моё, опять я эту фигню творю. Так же сдох в прошлый раз же. То есть я еще быстрее конти не потратил, или мне кажется? Ну да, и конфет мне никаких нет. Вот. В Castlevania офигеть столько игр выходило. Если считать ремейки оригинала, то, наверное, ремейков штуки две было. Потому что, говорят, Super Castlevania 4 выходило с надеждой сделать ремейк оригинала. И еще одна какая-то, не помню. А из того, что мне не хватает, там в основном что-то связано с PlayStation. Там есть одна какая-то PlayStation игра, которой у меня нет. И не может быть, пока я не куплю какой-нибудь PS2, что ли. Вот. А в остальном я могу в PlayStation Store купить или где-то в этом районе.
Вот. Сливание есть. Типа, ну, штук 6, наверное, 3D игр. Три из них современные, остальные не очень. Потом есть один файтинг. Что еще там есть? Ну, остальное, наверное, в принципе, можно разбить. Два типа игр. Стандартный кост... Да, у меня 1 хп. Ну, в принципе, можно своего убить. Вот как сейчас я сделал. Да, очень сейвово. Молодец. Отличная игра. Я не знаю, как этих пчел нормально попадать. Тут самый безопасный. Фух. Тут у меня конфеты нет, и мне либо один трюк попробовать сделать. Наверное, я ничего не теряю, если его попробую сделать. Да, попробовал идеально просто. Спрыгнул в яму. Так. Я еще хочу про контру посмотреть. Серии. Что у меня есть, что у меня нет, что я могу получить. Вот. Это все для чего я делаю? Для того, чтобы... Блин. Можно было... устраивать ивенты. С прохождением, типа, множества игр из серии. Вот. Но непонятно, как это назвать, в общем-то. Такой ивент. Он меня своим головой, что ли, достал? Вот черт. Потому что за неделю многие серии я не пройду. К сливанию я точно не пройду. Не знаю, там месяц, наверное, будет проходить. Вот. Метроиды, в принципе, можно, наверное, за неделю пройти, если считать только 2D. Из основной серии игры. Потому что там их метроидов не так много. Там метроидов, наверное, 2D. Раз, два. Три, четыре. Может, вообще всего 4 штуки. Что-то я не помню точно. Вот. То есть Метроид это одна серия, которая не должна отнимать много времени, если считать ее 2D инкарнации. Еще есть 3D. Это Metroid Prime трилогия. Metroid Other M. Есть. Еще там несколько метроидов, метроид праймов на Nintendo DS, что ли. Пройду ли я танчики? Да надо бы. Я не знаю, почему у меня папочки детства танчики не лежат. Танчики классная игра. Thank you.
Хорошо, вода не убивает. Все, что меня не убивает, делает сильнее. Ауч. Динамичная музыка. Так, наверное, я зря спрыгнул в очередной раз. Хотя не видно, чтобы там что-то было полезное. Ну, вот туда, видимо, на конфете надо было улетать. Вот единственная игра, которую я знаю из метроидов, которая мне не то чтобы нравилась, это оригинальный метроид. Кажется, у него... Да чтоб тебе... Меньше всего рейтинг за все время метроидов. Интересно, есть вообще серии игр, которые только с хорошими отзывами? Потому что, я думаю, везде есть свой маленький засранец, который всю серию портит. А если говорить еще про Кослеванию, там есть что-то вроде спин-оффа про Дракула, ребенка Дракулы или что-то такое. Дракула Кит. Две игры. Их тоже хотелось бы пройти. Вот тут, кстати. Я могу бесконечно здесь очки набивать. Вот смотри, Бол, это, я считаю, место нормальное для фарма жизни. Не нужно бить жуков. Ты просто жмешь чертову кнопку удара, пока не окосеешь. А, на раке, который типа не двигается. Ну да. Давайте до 75 дожмем, а потом я окосею. И пойдем дальше. Может быть, это как-то мне поможет, чтобы я лучше играл. Или у меня рука отвалится. Без турбокнопок это жать. А, блин, я только сейчас понял, что внизу написано High Lives. Это не одно предложение, а это типа High... Это типа High Score. А... То, что ниже, это lives. Ну, короче, понятно, к чему относится теперь. Отлично. Первый раз победили его за долгое время. Вон, а хотя нет, я уже здесь был не так давно. Nintendo Entertainment System. Вот так Дэнди в Америке выглядит. Помогите. Да, они урон наносят. Мне нужно было это проверить, потому что я не помню. Но паттерн у них как у орехов, в принципе. Воу. Там все просто... Господи, сколько их? Остановитесь! Thank you.
Жесть. По-моему, с конфетой где-то нужно пролетать. Капец. Да, уровень действительно бесячий. А, я не могу отсюда выбраться. Я, в общем-то, и сейчас не понимаю, что это за прыгает за хрень. Конфета. Чё, полетим наверх? Как ниндзя уклонился просто. Like a ninja. Сыр! Субы, уходите. Сыр! Home sweet home. Окей. Там он... А, тут дрелью надо пользоваться. Я все-таки немного помню этот уровень. Только я не помню, как ей пользоваться. К определенной стене можно высверливать. А, и не навсегда. Те, которые мигают только. Я могу ту стену высверлить? Нет! Да, я еще случайно использовал. Блин, как же я отвратительно сейчас играл. У меня последний контейнер, наверное. Жук, вали отсюда. Это мой дом. И всяких там жуков. Да, эти стены можно сверлить только те, которые... Когда бьются, ну, когда в них кидаешь шар, они вот так делают. Ах ты ж собака. Аккуратно надо, а не как я. Ну. Ну, можно... Так, я боюсь, что я не смогу успеть вернуться. Ну, в смысле, я не смогу с той стороны просверлить. Так что поэтому я торопился. Так, а то сюда нельзя идти. Все равно сюда надо. Такой небольшой лабиринт, но он несложный, потому что тут по факту выглядит как только один путь.
Я, честно говоря, не помню, какой здесь босс. Прорвемся. А, чуть не поджарило. А, это место выглядит, как будто здесь можно только с получением урона пробежать. Пойдемте-ка лучше все-таки сюда. Привет, аватар Пауэр. А, блин, эта стена появилась прямо на мне. Это, я считаю, незаконно. А тут тупик. Черт побери. Валим отсюда нафиг. Я не понимаю, как здесь можно пробежать, не получив урона. У меня последняя жизнь, видимо. Посидим тут. Так. Мистер Хейт, почему Джерри похож на Чебурашку? Да черт его знает. На кого он должен быть похож? Чебурашка вообще априори похож на Джерри, нет? Так, я в тебя попаду уже, Том. Пока хотя бы он мне, по мне не дамажит. Это уже успокаивает. Да ладно, я даже сейчас не попал. Ну ладно, это уже успех, я считаю. Ну вот единственная точка, в которой я могу нормально по нему попасть, кажется. Вот сейчас. А, нос чешется. Три попадания. Больше не получается. Возможно, можно 4, если очень хорошо это сделать. Ну, можно его манипулировать, его паттернами. Все. Сдох, Том. Это еще не все? Или все? О,
еще не все. Это я вообще не помню. У меня последняя жизнь, это так приятно знать. Стоп, плитка красивая, белая такая. Мы в ванной, значит. Надо играть очень аккуратно. Типа можно вниз прыгнуть за сыром. Да, не проблема, в общем-то. Так, кажется, я не смогу здесь перепрыгнуть. О, зато я смог куда-то сюда прыгнуть. Там конфеты внизу. Вроде этот уровень выглядит не таким напряженным, как с этими, как их там, ну, попрыгунчиками, короче. Прорашил. Ё-моё. Это вампир, мышь-вампир, что ли? Там уж шарик какой-то лежит. Выглядит как тоже оружие какое-то. А? Он меня облетает, что ли? Боится меня, он меня боится. Ага, это типа ограниченное. Там ключ. Я скончался. Что-то тут очень много призраков. Я хотел чекнуть, а вдруг... Ага, мы умерли. Ну ладно. Еще на разок-то хватит, наверное. Будем просто играть нормально. Прогресс налицо. Там, видимо, нужно найти ключ, чтобы спасти. Наконец-то уже Таффи или кого мы там спасаем. Пойдем сырок пособираем. Вообще, Том и Джерри классный платформер. Я считаю, он превзошел свою систему, на которой его выпустили. Thank you.
Хак не видел. Господи, еще есть хаки. Там и Джерри. Почему-то я об этом не думал никогда. Но все же есть хаки на Денте практически. Что если сюда побегу? Да, мне сюда и надо бежать. А если говорить про Марио, то там просто их миллионы. Многие хаки не следуют оригиналу, они просто хотят сделать что-то невероятно сложное. И не важно, что это будет не выглядеть похоже на оригинал. Мы могли бы туда выпрыгнуть, а это было бы очень глупо с нашей стороны, потому что этой половину уровня бы снова пробегать пришлось бы. Тут не нужно делать таких действий. Абсолютно точно. Не рекомендую никому выпрыгивать в местах, которые ты не знаешь, потому что это может вызвать прохождение большого куска заново. Пес. Хорошо приземлились, мне нравится. Да, дерьмо. Там он не дожал немного до сыра. Конфеты есть. Что, на этих может быть чуточку быстрее фармится. Ну давай до полтинника. Хотя нет, что-то лень. Лучше умереть. Final Fantasy каких-нибудь хотя бы ты там врага бьешь. Это там нужно чуть больше кнопок, чем одну нажимать. А тут просто спамишь пока. Ну, как я говорил, не окосеешь или пока палец не отвалится. Ах ты! Так, чуть не потерял еще одно сердечко. Можно спамить и есть. Да, норм. Но я как-то... Помню, автокликер использовал для подобных целей. Правда, здесь это не получится, это же не эмулятор. Я когда играл в WoW, когда-то давно, я типа... использовал автокликер, чтобы он спамил какой-нибудь макрос раз в какой-то период времени. Вот, типа, скуплю траву или еще что-нибудь такое.
Вот. Потому что по-другому вроде не автоматизировать нормально. Не, ну конечно, можно какую-нибудь приблуду купить, которая просто будет нажимать за тебя кнопку на клавиатуре. Но это как-то это еще хуже, чем автокликер. Или еще, если нужно, чтобы одна кнопка нажималась постоянно, ну точнее была нажата все время, то можно линейку как-то там в кнопку что ли запихать таким образом, чтобы она все время была нажата. И в играх, где это работает, постоянно нажатие одной кнопки, это могло бы что-то автоматизировать. Вот, в общем, разные варианты. Я вообще, правда, не помню, для чего я это использовал. А, помню. Помню я, для чего это использовал. Я когда играл в Oblivion, там же есть навык атлетика. Вот, и он качается типа бегом просто. Можно было зажать кнопку бега и бежать в стену. Вставляешь на ночь, нормально, атлетика качается. Я считаю, это хороший способ, правильный, как качать атлетику, которую хер знает, сколько нужно качать. Ты не играешь в JRPG-шки, но играешь в WoW? А, я и в WoW не играю, я давно уже завязал. Ну, достаточно давно. С WoW-ом. Жуки. Ау. Так, то есть я не могу так пробежать. Впрочем, ребята, которые играли в WoW в тот момент, когда я играл, некоторые до сих пор играют. Это уже много лет прошло. Играли ли я во что-нибудь онлайн? Но если играть, иметь в виду Hearthstone онлайн играть, то вот в Hearthstone играю. Но не так активно, то есть просто там бывает делик сделаю, бывает там на аренку сгоняю. Слежу, что там происходит в игре. Вот. Типа я не помню, как я последний раз бой играл, в общем-то. А, ну несколько дней назад на делик бой играл. Как раз, ну как же я в него кинул два раза, правда же? Как раз делик играл с тем чуваком, с которым мы WoW играли. Да, прекрасно. Троллинг везде. Я сжал вправо, я не успел убежать, потому что там анимация еще. Вообще не могу понять, в чем причина такой популярности Hearthstone. Есть много достойных подобных карточных игр. Ну, мне кажется, Hearthstone на самом деле это первая игра, которая полноценно вышла в массу из карточных игр. Вот я вроде бы играл во что-то бесплатное когда-то давно, подобие карточных игр. Ну как-то это... Это, наверное, единственное, во что я играл из такого типа до Hearthstone. А еще Hearthstone прикольно, что он типа в мире WoW
Точнее, в мире Варкрафта. И там много героев знакомых, все такое. Прикольненько. В этом плане. Да блин. Дурацкий прыжок здесь. Вот. Вообще никакой логики, сплошной рандом. Ну, это карточные игры, это как... Мне кажется, в любой карточной игре есть какая-то доля рандома. Я просто не играл толком в другие, не могу ничего сказать, насколько это хорошо или плохо. Но в Хардстоуне иногда это весело, иногда нет. Рандом — это и есть рандом. Святой рандом. Это иногда забавно выглядит. Фух. Страшно, не хочется жизнь терять. Фу, чуть не обосрался. Тому плохо стало. У нас есть конфеты, кстати, говоря. Можем попробовать с листиком пройти. Вот так. Во. Бол. Видел? Видел? Вот так это место проходит на спидранах. Я, собственно, это никогда не тренировал и просто видел, как это делают. Но, видимо, это не то, чтобы сильно сложно. Никакие конфеты там. Ничего. Мы, считай, весь уровень пропустили за счет этой фигни. Ну, не со мной, да. Ну, вот как бы повезло. Что тут скажешь? Ну, или может я просто очень скилловый стал. Такой вообще имба. ХП между левелами не восстанавливается. Печально. Так, давайте сходим сюда. Ага, сходил. Да чтоб тебя. Не то чтобы это... Что-то упрощало. Возможно, там есть какой-то потенциал ускорения, чтобы быстрее пройти, но фиг знает. Надо оно мне вообще. Тухни, огонь.
Так, я опять не ту, не в ту сторону, блядь, пошел. Извините за мой французский. Вот как я умею плеваться, как настоящий гопник. Ну, можно тут столько наплевать нормально. Блин, я конфету зачем-то заюзал. Я хотел проверить, дает ли пузырь. Ну, в смысле, обычные патроны. Какие-нибудь очки. Не похоже, чтобы это что-то давало. И вообще никакого эффекта от этого нет. Ну, типа, мы могли бы тут пофармить достаточно долго. Я просто хотел хайскор побить. А тут нельзя использовать дополнительное оружие. Тут только основное. Да. Это было глупо. Готово. Мы еще ни одного контейнера не просрали. Это радует, хочу сказать вам. Ах ты ж дерьмо. Вот, ну, почему это вслепую должно мне происходить? Ну-ка. Отлично. Конфету на конфету. Блин, я думал, что почему-то они два прыжка маленьких, один большой делают. Они три. Тут сыр же, да, есть? Да блин, да что ж ты не попал-то в этот шар? Ну и... Том и Джерри. Мы, считай, прошли уровень. Теперь я опять ложаю. Да, так по ним не пробежать явно. Да чтоб тебе. Я лошарить стал нормально. Так. Где-то здесь я сдох в прошлый раз. Хайскор свой потратил. Давай, Джерри, заходи. Толстым не влезает в дверь, просто так. Надо пропихивать. Ага, наш любимый уровень.
Блин, его нельзя кидать бесконечно. Зачем я это сделал, я не понимаю просто. Да. Пу-пу-пум. Сюда нам надо идти. Хоть подлечимся немного. Нам пригодится. Конфеты мешали, потому что переключаться дольше. Я так случайно могу конфету заюзать вообще на раз. Хотя может вот здесь пролететь. Фух, чуть не обосрался. Это мои настройки консольки вылезли, потому что это там селект что-то в сторону или что-то такое. Да, вот это дебильное место, как его проходить, вообще не понятно. Типа что, здесь перепрыгнуть, что ли? Ну нафиг, я не понимаю, как это место пройти. Чтоб тебе. Помогите. Бежим. А. Пронесло. Фух. Тут мы вроде знаем, как проходить. Ой, я ему даже по носу попал раз. Тут вроде я почему-то знаю, как его убивать. Хотя непонятно откуда.
Упс. Ну, то есть для меня это, возможно, типа один из самых легких, блин, боссов. Ёп! Что я натворил? Вот что? Самых легких боссов, и я умираю. Отлично просто. Ну, кстати, можно по руке фигачить еще. Это я узнал. Хотя, может, я просто в эту зажигалку или, не знаю. Да, кажется, в эти бомбочки я все-таки стрелял. Я думал, что я, может быть, даже четвертый раз смогу попасть по нему. О, решили. А, я уже думал, он уехал совсем. Фак. Я не знаю, куда надо было там идти. Назад, что ли, возвращаться? Скорее всего. За конфеты идем. О, я живой. Нормально. Это здесь мы скопытились? Они не дамажат, что ли? Не понял. Дамажат. Жесть.
Да вы задрали. Все? Блин, походу мы не осилим сегодня Том и Джерри. Ну ладно, давайте еще попробуем раз. Какой-то жестокий левел там вообще. Бежим вперед. Нафиг все эти бонус левелы. Нам не сюда все равно. На вот сюда. Молоток бесполезное говно. Как он мастерски уклоняется. Ниндзя-паук просто. Офигенно сыграно. Упс, тупак. Тупик, тупак. Не знаю, возможно, на плевке больше фармится, потому что плевок быстрее делается. Но там 100 дают очков за каждый плевок. Улитка неуязвима, когда она меняет направление, вот это тупо вообще. Хотя, может, и не тупо, я не знаю.
Нормально вообще. Отхилиться бы. Где-то еще сыр ездишь где-то. Как отхилились, так и разотхились. Отлично. Зато быстро. Да, опять так же. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нафиг секреты. Будем играть в Том и Джерри, как в Соника. Thank you.
Оу. Он даже после того, как ты его загасишь, урон наносит. Вон, я два сердца просрал только что. Из-за своих экспериментов. Я хочу попробовать опять с листиком прикол. Повыше листиков у вас нет? Давайте с этим попробуем. Ну, почти. Привет, Максон. Давно не виделись. Что там дальше? Да, вот этот левел. Да, почти. Но нет. Да, почти получилось не слиться в конце. Все так. Дима молодец. Я тоже когда-то ее проходил. Но, может быть, это совершится не сегодня. Будем надеяться, что сегодня. Все время забываю, в какую сторону я хожу. Пойдем направо. Ага, это только сыр. Маленький, бесполезный сыр. Огонь, ты чё, офигел? Вылез подо мной, это нечестно.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это очень долго. Давайте я просто не буду смотреть на счет. Не буду знать, сколько там. Давайте хотя бы жизнь оформим. Возможно, это нам пригодится. Скорее всего, пригодится. $50,000 нам нужно. Я просто люблю плеваться. Нормально. Привет, Дэнни. Да, хорошее начало уровня. Да, Макс, он тут Nintendo валяется. Это забавно находить в игре на Nintendo. Nintendo. Как я встрою Nintendo тебе в Nintendo, чтобы ты мог увидеть Nintendo, пока играешь в Nintendo. Это возьму тут. Да, возьму, конечно. Конечно же, возьму это ХП. Когда меня окружают два шара с двух сторон. Дерьмово, дерьмо. Сейчас еще дебильный левел будет. Вот головой Джерри потолок. Кстати, не проверял, могу ли я врагов сверлить. Неплохо сыграно. Ну, что-то как-то не очень удобно сверлить их. Ничего себе, как я это сделал.
Layers of Fear купил, Дэнни говорит. Мне страшно в такие игры играть. Я трусливый пес. Не хочешь уехать никуда? Встал тут хрень. Мне придется штаны менять часто, если я буду в такое играть. Ночью в наушниках же будешь играть, правильно? Я тебя понял. В темноте один. Блин. Фух. Ага, тут мы скопытимся. Потому что это, черт побери, невозможно пройти. Джерри садиться не умеет. Джерри не посадишь. Да он сам сядет. Скоро. В могилу. Четыре раза, вот. Это мой лимит на одну фазу. Ну, у меня две жизни. Этот уровень, возможно, я пройду. За следующий не скажу. Следующий чё-то какая-то жесть. Отлично. Да опять... Ё-моё. Ну, будем надеяться, что я начну играть просто божественно. Что тут сыр возьму где-нибудь.
Сейчас я вспомню, как я здесь быстро проходил. Я просто здесь где-то дропнул. Мог и урон не получить, в общем-то. Если бы знал, куда падать. Я конфету потратил. И похоже, что у меня последняя жизнь. Сыр! И тупик, да? Прекрасно. Хорошо, что мы сюда шли. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ну это явно прогресс, что тут скажешь. В общем, тут остались игры, либо которые мне прям не то чтобы сильно хотелось проходить, либо те, которые я никогда, ну, то есть я проходил, но это было хрен знает сколько времени назад. Вот, так что будет мучительно больно. Немножко Марио перед сном. Дэнни, ты лучше отдыхай. Максон, не, я без варпов слишком долго проходить. Ладно, не получилось. Жаба и мышь не подались, тешь себя итальянским водопроводчиком. Да, хоть кто-то, кем я могу еще немножко попроходить без особых мучений. Ладно. Оу, никогда так не умирал. Что-то я сделал не так, как обычно. Оу, я думаю, я не перепрыгнул.
пайп-джамп, и это не то чтобы у меня очень хорошо получалось, особенно если редко спидранить. Лол. Лол. Да. Я слишком сильно притормозил. Это выглядело так смешно. Не растет кокос сегодня. На таймере должно быть 200 в идеале. У меня был 197. Если учитывать, что у меня последняя жизнь, то это вообще прекрасно. Подъем на эту лестницу выглядит круто, я считаю. Быстрый. Я хотел сделать трюк, который я никогда не делал, поэтому он не получился. Практически идеально прошу. Вот этот особенный трюк, когда ты напрыгиваешь, ну, в смысле, головой убиваешь одну черепаху, точнее, Hammer Bro, а потом напрыгиваешь на вторую. Вот это вообще трюк. Выглядит круто, я считаю. Такая тупая смерть. Такая тупая смерть. Можем, конечно, еще разок попробовать. Давайте последний. Континий берется только с начала мира, поэтому придется 4 уровня перепроходить. Я же нажал прыжок. Я нажал прыжок, видимо, до того, как Марио приземлился на землю, поэтому Марио умер. В очередной раз.
Не получилось. Not okay. Обычно эта тротила меня не убивала. Ну, она не часто убивает, скажем так. Если убивает, то кто-нибудь другой. Например... Ну, ё... Ну, все, ребят. Всем спасибо, что пришли. Спокойной ночи, приятных снов. Увидимся завтра. Надо придумать, что я буду играть. Я опять не знаю, что я буду проходить. Но будем надеяться, мы же все же что-нибудь пройдем. А, сегодня не получилось. Пока-пока. Thanks everybody for watching. See you tomorrow playing something the same time. Bye-bye. Пока.